So, yesterday, we continued again. Начиная со вчерашнего дня, мы снова продолжаем. So, yesterday I talked about how is we can live the life and what is meditation. Вчера я говорил о том, как жить жизнь и что такое медитация. So now, I think you have anybody has questions. Сейчас я думаю, что у кого-то из вас есть вопросы. Want to ask anything? Хотите их задать? Can ask. Пожалуйста. Yes. Как преодолеть чувство самоуничижения или ничтожества, которое мешает делать дела и останавливает вообще ступор? Как это преодолеть? Что, на что обратить? Как вообще? She doesn't know how to feel because of valuable. Valuable person. Intelligent person. How to cross this feeling of how not to oppress herself. She just feels low self-esteem. Low self-esteem, lack of self-confidence. How to cross this feeling? Not much confidence. How to go beyond it? How to cross it? Confidence is thing about yourself. Уверенность — это то, что касается вас. As much as you with yourself, чем больше вы сами с собой, as much more confidence. Тогда у вас появляется больше уверенности. When you more in periphery, когда вы больше на периферии, living in mind, когда вы живете в уме, mind always confused. Ум всегда в сомнениях. Mind has many flow. В уме есть разные направления, несколько движений. If you need one thing to do, mind giving few options. Если вам нужно сделать какую-то одну вещь, ум начинает генерить вам какое-то количество опций. Maybe do this, maybe go here. Есть вариант пойти туда, сделать это, может быть сделать то. And you are confused. Вы находитесь в состоянии сомнения, смятения. So when you living much in mind, mind means confusion. И когда вы много живете в уме, приходит состояние вот это смятение. And if you have much mind, much confusion. Если у вас много ума, соответственно, много смятения. So for confidence, your mind should be more relaxed. Для того, чтобы вы были более уверенным человеком, ваш ум должен быть более расслабленным. Mind has to become quiet. Ум должен стать спокойным. When quiet mind, relaxed mind, then whatever is happening, then your flow is like a one. Когда ваш ум спокойный, тогда ваш поток, он становится единым. Then you want to do anything, then one answer comes. Тогда вы что-то хотите сделать, и вам приходит один ответ. When you very centered, когда вы очень в центре, then very just like one thing is happening. Происходит состояние единства. And confidence coming from when you in your being, when you in your center. И уверенность приходит, когда вы в своем центре, в центре своего существа. So if confidence is low, если уверенности не хватает, I can't get what to do, how to do, или не знаете, как что-то сделать, much confusion, много сомнений, so you should need to go more in your center. Вам нужно больше погружаться в себя. And far go to center, you need meditation. Для того, чтобы идти в центр, вам нужно медитировать. More be alert, more be aware. Быть более бдительными. More do practice. Больше практиковаться. More do meditation. Делать больше медитаций. Meditation brings you confidence. Медитация дает вам чувство уверенности. Meditation can bring you to your being. Медитация приводит вас к своему существу. And being is full of confidence. А ваше существо полно уверенности. When you really very much in being,
then whatever you do, totally right. Когда вы тотально в своем центре, тогда то, что вы делаете, это тотально истинно и правильно. So whatever you do in your work, поэтому, что бы вы ни делали daily work, в течение дня, какую-то вашу работу, in home, in work, in office, дома или где-то на работе, в офисе, где-то в социуме вообще, do that, делайте это and give time to you. И давай, morning, evening, давайте время для себя, самому себе, утром и вечером. Будьте больше самим собой. When you do give time to you, do meditation, mind going more quiet. Когда вы делаете больше медитации, ум начинает успокаиваться. Can happen. Sometimes people doing meditation can happen opposite also. Также может происходить, что люди медитируют, а происходит как раз наоборот. They say they come in much in more in mind. The more mind comes. То есть приходит еще больше ума. Люди медитируют, а еще больше ума приходит. So more mind coming means it is not because meditation. И когда у вас намного больше ума, нежели в начале, это не из-за медитации. You already have much mind, and with meditation you are facing the mind. У вас и так очень много ума. Просто благодаря медитации вы начинаете сталкиваться с этим, смотреть на это. When mind coming much or low or less, just watch. И сколько бы ума ни приходило, мало или много, просто наблюдайте. So when less mind or more mind, just watch. And as watching, slowly this mind energy finish and mind getting quiet. И по мере того, как вы наблюдаете, мало у вас ума или много, энергия ума в любом случае рассеивается, и он становится спокойным. When mind getting quiet, then being start. Когда ум успокаивается, тогда приходит состояние существа, центрирования. But when you in mind, you are far from being. Но когда вы в уме, вы далеко от своего центра. And far from being, no much confidence. И если вы далеко от центра, конечно же, у вас нет уверенности. Mind always shaking. Ум всегда, ну, так его трясет. Mind no have establishment. Он всегда колеблется, у него нет твердой основы. Mind always afraid. Ум всегда боится. Don't know what to do, what not to do. Он не знает, что делать, а чего не нужно делать. So first thing, need your mind should be quiet. Первое, нужно сделать так, чтобы ваш ум успокоился. Mind should be relaxed. Ум должен быть расслабленным. So when relax mind, then what you want, you can think what you're doing, it will be confident and perfect. И когда ваш ум расслаблен, вы думаете о том, что вам нужно делать, ваш ум будет уверенным. If you seen any sea, be ocean. Если вы видели когда-нибудь, например, большое море или океан, just go to ocean and sit near ocean. Ну, просто придите на берег океана и посидите там. And look ocean. Посмотрите на него. Ocean is very crazy. Океан, ну, безумен. Many waves of waves of waves coming. Постоянно на поверхности происходят какие-то волны, колебания. You cannot say this ocean is quiet. Вы не можете сказать, что океан спокоен. Ocean never quiet. Океан никогда не является спокойным. Always maybe less waves or much waves. Волны есть всегда, может быть, когда-то меньше, когда-то больше. But always waves are there. Но волны есть всегда. This you cannot say no any waves in ocean. Вы не можете сказать, что в океане где-то есть места, где вообще нет волн. Sometimes little waves coming, иногда волны coming, совсем маленькие. Sometimes very much waves. Иногда волны совершенно огромные. Sometimes ocean going like crazy, big waves. Иногда настоящее безумие начинает происходить, то огромные волны. Same thing is our mind. То же самое наш ум. Our mind also sending the thoughts and thoughts. Ум постоянно присылает нам мысли. Sometimes less thoughts. Иногда мысли меньше. Sometimes more thoughts. Иногда больше. Sometimes like crazy. Иногда просто какое-то безумие. Sometimes okay. А иногда okay. Normal. Нормальное состояние. But this is not like a mind is totally silent. Но это не значит, что ум постоянно тих. Silent mind never happens. Тихим и спокойным он никогда не может быть. When mind is totally silent, mind is finished. Когда тотальная тишина ума, он заканчивается.
So this when you sitting on beach, looking the ocean. Сидите на берегу и смотрите на океан. Something is happening there. Что-то там происходит. Same thing when you looking, sitting and looking your mind, something is happening. И то же самое, когда вы сидите и наблюдаете за своим умом, что-то там происходит. But if you take courage. Но если вы смелый. You watching, looking the ocean, take courage. И вы наблюдаете, наблюдаете, и на эту смелость. В какой-то момент вы просто прыгаете в этот океан. And want to know where from these waves coming, where from these thoughts coming. В какой-то момент вы хотите узнать, откуда же эти мысли, эти волны приходят. Then you go inside in ocean. И вы прыгаете в океан, погружаетесь. As you going inside, waves is soft. И по мере того, как вы погружаетесь, вы видите, что волны успокаиваются. And if you go very deep, а если вы погружаетесь очень глубоко, тотально глубоко в океан, там больше нет никаких волн. Absolute silence. Абсолютная тишина. Absolute quiet. Абсолютное спокойствие. Same thing is our mind. То же самое наш ум. When you in mind, когда в уме что-то постоянно происходит. But as you go inside, и по мере того, как вы идете глубже в себя, more inside, больше глубь своего существа. When you go more deeper, come to heart, вы приходите к сердцу. Then this mind become love. Ум превращается в любовь. Loving energy. Появляется любящая энергия. Go more deeper, идете еще глубже. Then this totally silent. И там появляется тотальная тишина. But when you in silence, then confidence will happen. И когда вы в состоянии этой тишины, тогда приходит уверенность. Even when you in love, when you in heart, also very much enjoy. Вы, конечно же, когда уже в состоянии сердца, вы уже получаете удовольствие. Enjoying the life. Наслаждаетесь жизнью. Confidence coming more. Конечно, уверенность тоже приходит уже. But when you very deep in your being, very confident. Но когда вы очень глубоко, тогда очень много уверенности. So only the solution how to go out. How do I come back my confidence? И решением этой проблемы, как мне вернуть мою уверенность? Come back to your being. Это вернуться к центру. And meditation is the way. И медитация это как раз и способ. If you do meditation, slowly, slowly you coming to your being. Медитируете, то постепенно возвращаетесь к своему центру. Only this is the way. Это единственный путь. So I say everybody do every day. 1 hour, 2 hours meditation. Я хотел бы сказать всем, чтобы вы каждый день делали медитацию. Give time to yourself. Хотя бы один час, дайте время себе. When you meditate, your being is growing. И когда вы медитируете, ваш центр растет. Your light is growing. Ваш свет растет. When you watching your mind, watching your darkness, darkness finished, light is happening. Когда вы наблюдаете за своим умом, наблюдаете за своей темнотой, темнота начинает рассеиваться и появляется свет. And as light comes, as much as confidence, perfectness is coming. И чем больше у вас света, тем больше у вас уверенности и совершенства. Life will be very perfect. И жизнь будет совершенна. Then you know what to do, where to go. Тогда вы знаете, что вам делать, куда вам идти. What to eat. Что есть. Whom to talk. С кем разговаривать, meet. С кем встречаться. Everything will be order. Все вы будете знать, все будет в порядке. And this discipline coming from center. И вот эта дисциплина, она происходит и приходит от вашего центра. It's called inner discipline. Это называется внутренняя дисциплина. And when inner discipline starts, then life going right way. И когда у вас появляется эта внутренняя дисциплина, тогда жизнь начинает идти в правильном направлении. Meditation give you inner discipline. И медитация дает вам вот эту внутреннюю дисциплину. And as much as you in, as much as come. И чем больше вы погружаетесь в себя, тем больше приходит уверенности. If confidence is not happening, means you need а если вы находитесь в неуверенных состояниях, то вам, значит, нужно больше медитировать. Which meditation you like, which technique you like. Та техника, та медитация, которая вам нравится, просто идите с ней. You like sitting. Может быть, вам нравится сидячая медитация. Somebody like dancing. Кому-то нравится танцевать. Somebody like sitting different activities. Кому-то какие-то другие действия нравится выполнять. So many techniques has. Техник очень много. And then you look which technique you enjoy, you like. Посмотреть, какая техника вам нравится. Go with it. И продолжать с ней. And this technique makes you
open your lock. И эта техника откроет ваш замок. First make quiet your mind. Finish your mind. Успокоит ваш ум, а потом оно закончит ваш ум. Mind finish, being here. И когда закончился ум, тогда вы в центре. So, it's like this. Вот так. Otherwise, no any other solution. Других способов и других решений просто нет. Only awareness, alertness. Только бдительность. Meditate. Медитация. Then confidence. И тогда вы обретаете уверенность. Then no unawareness will be finished. И тогда ваша неосознанность заканчивается. Other question? Другие вопросы?